В то время как скандал вокруг задержания сотрудников австралийско-британской корпорации в Шанхае утихает, в дипломатических отношениях между Китаем и Австралией, похоже, назрел новый конфликт. По данным австралийского правительства, во вторник Китай отменил визит заместителя министра иностранных дел Хэя Фэя в Австралию. Он должен был возглавить делегацию для участия в форуме Тихоокеанских островов в городе Кернс. Главной причиной дипломатического конфликта стало предоставление австралийским правительствам визы на въезд в страну уйгурской активистки в изгнании Рабие Кадыр. Министр иностранных дел Австралии Стивен Смит выразил свое сожаление по поводу решения китайского режима. Австралия очень сожалеет о том, что Китай принял такое решение. Мы очень сожалеем об этом. Насколько я помню, лидер оппозиции когда-то обращался к правительству с заявлением, что нам следует противостоять Китаю, как мы и сделали в случае с Рабией Кадыр. Китай обвиняет Кадыр в подстрекательстве к беспорядкам между этническими уйгурами и китайскими ханьцами. Рабия же эти обвинения отрицает. Недавно Кадыр посетила кинофестиваль в Мельбурне, где был показан документальный фильм о ее борьбе за независимость китайских уйгуров. Еще перед началом фестиваля КНР приложила все усилия, чтобы не допустить фильм к показу. Напомним, что дипломатические отношения Австралии и Китая пошатнулись еще в начале августа. Тогда прокуратура Шанхая выдала ордер на арест 4 сотрудников австралийско-британской корпорации «Рио Тинто». Их обвинили в хищении коммерческих секретов и подкупе. Австралийское правительство, в свою очередь, заявило, что заключение сотрудников компании произошло незаконно, без предъявления каких-либо доказательств обвинения.